Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом обзоре речь пойдет про холодильник Garinier NRK6202 AXL4, NRK6202 AC4, NRK6202 AW4. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. А чтобы поддержать канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Благодаря новой встраиваемой конструкции этот комбинированный холодильник элегантно дополнит вашу кухню, все так же располагая огромным объемом для хранения. Большой и четкий дисплей позволяет быстро управлять температурными настройками. Удерживая символ градусов Цельсия в течение 2 секунд, вы можете легко переключаться между отделениями и отдельно контролировать температуру в холодильнике или морозильной камере. Возможность открывать дверцу под прямым углом означает, что все полки и контейнеры можно полностью выдвигать. Это решение позволяет устанавливать холодильники у стены рядом с кухонной мебелью или другими приборами. Благодаря инновационной конструкции и гладкому внутреннему покрытию холодильники Garinier Garden Fresh чрезвычайно легко чистить, чтобы гарантировать полезность и безопасность продуктов. На удобной полке бутылки и банки с напитками всегда находятся под рукой и не занимают места, которое можно использовать для хранения других продуктов. Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильном отделении, предотвращает образование инея и льда в морозильном отделении и снижает уровень потребления энергии. В результате вам не требуется размораживать морозильное отделение, и его пространство можно будет использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике. Умная система поддерживает постоянную температуру в холодильнике независимо от того, как часто вы открываете дверцу. Она непрерывно следит и анализирует, как и когда вы пользуетесь холодильником, а также управляет температурой, чтобы сохранить свежесть продуктов и снизить потребление электроэнергии. Ионизатор Ion Air создает внутри прибора отрицательно заряженные ионы, которые равномерно распределяются по всему холодильному отделению с помощью новой системы вентиляции Multiflow 360 градусов. Воздух, обогащенный анионами, сохраняет вкус продуктов и удаляет неприятные запахи. Просторный ящик с помощью низкой температуры и автоматического контроля влажности продлевает свежесть продуктов питания. Функция Smart Humidity постоянно поддерживает оптимальный уровень влажности в ящике с помощью специальной мембраны, которая автоматически выпускает избыточную влагу, сохраняя свежесть и внешний вид овощей и фруктов. Функция Fast Freeze быстро замораживает продукты при минус 24 градусах, чтобы сохранить все полезные вещества. Примерно через 2 дня функция автоматически выключается, и температура морозильного отделения возвращается к исходному значению. Этот холодильник работает с уровнем шума всего 38 дБ. Это также тихо, как шепот. Такой бесшумной работы удалось добиться за счет применения высококачественной изоляции и инновационных решений системы охлаждения. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Нет складывающейся полочки. При выключении компрессора появляется шум. Теперь перейдем к положительным. Можно установить в нишу официально. Глубина не больше 60 см. Можно отдельно устанавливать температуру. Климатический класс T. Мощность замораживания до 12 кг в сутки. Красивый, компактный. Есть отсеки для фруктов и овощей. Умная система контроля температуры. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».